Одни из самых ярких проектов в Рязани, реализованных в рамках практики бережливого производства, это центр вакцинации и ПЦР-тестирования. Каждый из них связан с обслуживанием людей, где результат может почувствовать любой рязанец. С одной стороны, нам очень важно будет услышать мнение экспертов Росатома по поводу внутренних инициатив и изменений. Но, наверное, прежде всего нам, конечно, надо самим оценить, насколько оправдала себя смена стратегии продвижения проектов по улучшениям, как это качественно отразилось на повышении эффективности работы органов исполнительной власти и, как следствие, на повышении удовлетворенности людей нашими с вами действиями, нашей работы. На заседании Координационного совета по внедрению практики бережливого производства обсудили вопросы сроков ответов на обращения граждан, цифровизации здравоохранения и образования, создания сводов, инвестированных правил и другое. Мы можем сколько угодно брать проекты, как мы выдаем субсидии нашим подведомственным учреждениям, только люди, рязанцы, они этого не увидят, они этого не поймут. И мы должны в первую очередь сегодня брать и рассматривать проекты, которые касаются именно контактов с людьми, где органы власти, либо наши подведы контактируют с населением Рязанской области, и рязанцы смогут очень быстро увидеть результаты, гораздо быстрее получить услугу. А самое главное, качественнее получить эту услугу. Специально приглашенным гостем стал постоянный участник таких мероприятий. Сергей Обозов, заместитель гендиректора по развитию ГК «Росатом». Он отметил, что когда в Рязани знакомится с местными проектами, ему значительно проще находить решения у себя в корпорации. Вот бережливые методы, они в условиях таких очень серьезного напряжения, они работают намного эффективнее. Я представлял наши возможности по резкому сокращению производственных площадей, по резкому возможности меньшими людьми делать больший объем продукции, по ускоренному строительству, по ускоренному проектированию, по ускоренным закупкам. Но одним словом, мы готовимся работать совершенно по-другому. Сергей Обозов отметил высокую результативность работы региональных властей по внедрению механизмов бережливого производства и добавил, что сложившаяся обстановка делает бережливые технологии куда востребованнее и эффективнее. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».